Здравствуйте, с вами Алина Маслова. Вы смотрите реалити-проект «Президент», в котором мы помогаем школьникам определиться с будущей профессией. В прошлых выпусках вы познакомились с нашими участниками. Это Алина, Лада, Алексей и Роман, а также с тренерами нашего проекта, специалистами в области психологии. На этот раз ребятам предстоит встреча. Очень важная встреча. Встреча с кумиром. Встреча с кумиром – этап, который предстоит пройти нашим ребятам. Дело было так. На одном из общих собраний я предложила каждому назвать имя человека, который, по мнению Алексея, Лады, Алины и Романа, является настоящим профессионалом в своей сфере деятельности. И вот что получилось. Больше всех меня радует Алина. Во-первых, она четко знает, в какой сфере она хочет работать и развиваться дальше. Во-вторых, она изучила тех профессионалов, с которыми хочет сотрудничать. В-третьих, она составила настоящее досье на человека, с которым мечтает познакомиться. В-четвертых, она очень волновалась перед встречей с этим человеком. Вера Пронькина – умница, красавица, спортсменка. Долгое время трудилась в сфере молодежной политики, потом в правительстве на более высоких должностях, а сейчас работает в агентстве инвестиционного развития Новосибирской области. Проще говоря, привлекает в нашу область инвестиции. А это, ух, какая непростая задача. Несмотря на свою занятость, Вера нашла время для того, чтобы лично поговорить с Алиной о своей профессии. Как вы влились вот в эту сферу, в сферу чиновников? Ну, на самом деле, с давних времен, еще с такого же, наверное, возраста, была очень активной и в школе, всегда как-то вот участвовала во всех мероприятиях, но больше проявляла активность в спорте. И в 9 классе попала на пост номер 1 нести вахту памяти. И вот там как-то поняла, что жизнь, она намного более интересна, чем просто школьные уроки, и что можно приносить пользу не только себе и своим одногруппникам, но и большому количеству людей. Ну и вообще, что много можно делать очень интересных, добрых дел, полезных, и от этого получать большое удовольствие. Заметьте, Вера, как и Алина, уже с детства проявили себя в спорте. И вот он, первый ключ. Можно и дальше быть целеустремленной в той или иной спортивной секции, достигать успехов вот только в один прекрасный момент. Ощущение того, что твой потенциал гораздо больше и цели могут быть глобальнее, меняет все. Ты просто делаешь еще один шаг. Поначалу страшно, а потом как-то втягиваешься. Вера рассказала, что любой чиновник в хорошем смысле этого слова начинается с добрых дел, причем с бескорыстных. Поэтому для Алины идеальный вариант – это вступить в какое-нибудь волонтерское движение или молодежную общественную организацию. Можно стать волонтером, можно стать хорошим журналистом, можно найти какую-то тему, которая тебе интересна, и попробовать развиваться в этой теме. Можно прийти в какой-то клуб ребят, которые занимаются уже чем-то, не знаю, помогают ветеранам, занимаются помощью там бездомным животным. Ребята вот очень хорошие мои знакомые, они создали организацию «Больничные клоуны», ездят к ребятишкам больным и делают в больницах представления. Больничные клоуны – это, конечно, интересно, но, как нам кажется, Алина могла бы сделать что-то полезное для той сферы, в которой на сегодняшний день она более чем хорошо разбирается. Речь о спорте. Ну, я вот занимаюсь синхронным плаванием, и ну вот спорт для меня – это прям моя жизнь. Я даже вот понимаю, вот у нас постоянно тренер как бы ходит к чиновникам и просит, как бы, ну, можно сказать, что прям просит денег, потому что за соревнования у нас платят родители, но ну, не всем же как бы охота и вообще возможности не у всех такие большие, что платить вот постоянно за соревнования. Поэтому у нас, ну, она подходит там, вот просит у вот тех же молодежных чиновников денег, чтобы нам обеспечить выезд на соревнования. Это для нас вообще тяжело. Ну, здесь тяжело. Не потому что плохие чиновники, просто, да, просто как денег бы всегда мало. Кризис. И всегда есть какие-то вещи, на которые, там, может быть, больше нужно, кто-то больше нуждается. И здесь, кто более убедителен, да, тот, наверное, и больше имеет возможность эту поддержку получить, но это непросто, то есть это нужно разбираться в бюджете. Наверное, правильнее поговорить о том, а как чиновником стать, да, и что такое работа чиновника. И сразу хочу сказать, что, как мне кажется, вот любой чиновник, он бы с удовольствием, если бы у него все было, он бы помогал всем. Но здесь как раз ситуация усложняется тем, что есть ограничения твоих возможностей, и ты не можешь помочь всем, и ты должен понимать,
вообще, как эта система устроена, как бюджет этот подготовить. Если к тебе пришли не вовремя, ну, скажем так, когда уже бюджет сверстан, ты должен придумать, а как же, что ты можешь сделать, чтобы там, этот вопрос решить. Ну, то есть это такая работа, не только по телевизору давать интервью и ходить на мероприятия, выступать. Это очень непростая вещь. Вот тут Алина и поплыла. Оказывается, нужно быть готовой к тому, что к тебе будут постоянно идти люди с просьбами. И не всегда с просьбами, а порой и с наказами. И здесь нужно грамотно объяснить свою позицию. И в случае, если не можешь помочь, быть готовой к тому, что тебя назовут плохим человеком. Тут не до нежностей. Как нам показалось, да и как призналась сама Алина, эта встреча действительно осветила дальнейший путь. Стало понятно, с чего начать. Более того, Вера пообещала, что в случае возникновения каких-либо вопросов всегда придет на помощь. Согласитесь, это очень приятно осознать в 15 лет, что у тебя есть такой друг, как Вера Пронькина. Сейчас все зависит только от Алины. Можно просто проглотить полученную информацию и ждать чего-то с небес, а можно начать двигаться, пойти в волонтеры или как минимум посетить пару молодежных форумов, чтобы познакомиться с новыми людьми. Итак, первая встреча с так называемым кумиром состоялась. На очереди другие герои проекта «Президент». Я, Елена Бирюкова, являюсь креативным продюсером проекта «Лидерфильм». Я, Ольга Кабус, снялась в картине «Нити Шамбалы» с ребятами из «Лидерфильма». Я, Карина Багдасарова, и мы с моим тигром Ахиллом поддерживаем детский психологический пример «Выход». А ты хочешь сниматься в кино вместе с известными артистами? Кинопроект «Лидерфильм» объявляет кастинг. Подробности на сайте liderfilm.rf. Новый горнолыжный комплекс «Артыбаш» ждет вас! Рестоклаб «Горизонт» приглашает провести любой праздник. Зал вместимостью до 100 человек. Заказ банкета без арендной платы. Большой выбор блюд европейской кухни, а также блюда на живом огне. Концертная площадка, профессиональный звук и свет. Вместительная парковка. Рестоклаб «Горизонт». Улица Бориса Богаткова, 266. Телефон 267-53-37. Съездить в гости поможет «Тарифмастер». Новый и очень доступный способ перемещаться в пространстве. «Тарифмастер.ру». Таких возможностей у вас еще не было. «Тарифмастер.ру». На втором месте в рейтинге «Определенность» находится Роман. Парень точно знает, что будет работать в ресторанном бизнесе. Только если раньше он мечтал быть просто шеф-поваром, то теперь он мыслит глобально, хочет управлять этим бизнесом. Как говорится, хочешь – будешь. Кто является одним из самых успешных рестораторов Новосибирска? Правильно, Денис Иванов. Собственно, с ним и состоится тет-а-тет Романа. Встретились нынешние и будущие рестораторы на конференции, которая собрала всех тех, кто работает в этом бизнесе. Обсуждали специалисты секреты сервиса. К слову, Роман чувствовал себя там в своей тарелке, как бы смешно это сейчас ни звучало. Он понимал, о чем идет речь, правда, когда дело касалось статистики, цифр или графиков, он немного скучал, но держался молодцом. Вот посмотрите, с каким серьезным лицом стоит.
Наверное, именно в этот момент он продумывает вопросы, которые задаст своему кумиру Денису Иванову. Итак, чтобы открыть свой ресторан, нужно... Чтобы открыть ресторан или стать владельцем ресторана, конечно, многие люди начинали с самого начала. С повара, с официанта, для того, чтобы понять, как вся история этой работы. Замечательно. Но вот проходит год-другой, а через пару лет идет спад. Не ходят люди, и что делать? Нужно что-то менять? Шеф-повара, управляющего, да? Или достаточно заменить меню? Сами рецепты блюд иногда требуют просто постоянства. И как раз не нужно трогать. И здесь очень важно, чтобы ты и твои повара понимали, что в каких-то вещах нет смысла ничего менять. И очень важно поддерживать одно и то же качество. А вы как-то вы готовите на своей кухне или вы в основном стоите за ней и руководите? Правильно спросила, готовлю на своей кухне. Дома я готовлю. В ресторанах не готовлю, потому что каждый должен заниматься своим делом. В ресторанах готовят повара. Вопросы Рома задавал самые разные. На них почти всегда один ответ. Чтобы добиться успеха в ресторанном бизнесе, нужно что? Ну, отгадайте, ну. Все говорят об этом. Нужно очень много трудиться, погрузиться в любимое дело с головой, быть фанатом кухни, посуды, сервиса и много путешествовать, чтобы попробовать блюда разных стран, перенимать опыт и тому подобное. А для этого, наш милый Рома, нужно учить языки. Готов ли ты к этому? Хватит ли у тебя усидчивости? Посмотрим. А пока отдельный совет от Дениса Иванова. Нужно всегда почувствовать, к чему у тебя лежит душа. К чему-то предрасположен. И если у тебя получается, и тебе искренне нравится то, чем ты занимаешься, ты станешь всегда профессионалом, если будешь трудиться и работать в этом направлении. Лада. Но вы помните, что эта девушка никого из тренеров не слушается, хочет просто творить, развиваться, ничего больше. Ладу периодически штормит. Сначала она хотела быть ювелиром, потом дизайнером, а теперь решила быть мультипликатором. Сергей, я мечтала с вами встретиться, потому что мне очень нравятся ваши комиксы. И мне бы тоже хотелось стать таким же клевым сценаристом и комиксистом. А почему ты именно хочешь им стать? Ну, вообще я с самого детства очень любила рисовать. И вся моя жизнь, сколько я живу, это творчество. Сергей – это местный художник-мультипликатор, который при личной встрече уточнил, что он больше режиссер. Но это разве важно? Рисуешь – значит художник. Я начинал в первую очередь именно как художник. То есть я сам полноценно рисовал комиксы, работы. Однако со временем, ну так как учеба, поиск работы и прочее, времени конкретно на саму реализацию стало не хватать. Плюс, если честно, все-таки самоучкой я не очень хороший художник был. Поэтому я среди тех людей, которым нравились мои работы, устроил определенного вида конкурс и нашел человека, который мне продолжил рисовать. То есть теперь я больше как сценарист и раскадровщик, и обрабатываю в итоге готовый результат. Наверное, Лада, как истинный поклонник мультипликации, и дальше продолжала бы слушать с открытым ртом своего кумира, если бы не я. Да, я вмешалась, потому что при всей романтичности этой профессии, бесконечном творчестве и свободе наверняка есть свои трудности. И участники президента, как и полагается подросткам, просто закрывают на эти трудности глаза. Действительно, лучше не знать, с чем потом придется столкнуться. Но уж нет. Расскажите-ка нам, Сергей, все ли так легко и финансово благополучно в вашей профессии? В основном, опять же, надо иметь хорошие социальные навыки. То есть тут, как и в любой профессии, желательно иметь знакомых во всех областях. То есть и в редакторской, и в печати, и среди других популярных комиксистов. Потому что банально ссылки друг на друга в подобных работах, они очень хорошо окупаются. И также, к сожалению, как и в любой подобной профессии, которая больше для удовольствия, стоит остро вопрос денег. Потому что чаще всего работы, которые нужны именно тебе, их редко когда печатают. Чаще всего тебе дают задания, которые нужно выполнять. А теперь вспомните прошлые высказывания Лады. Нет, что вы, только свобода, я творю то, что хочу. Вот и получается, не так уж много свободы, да и зарплата. Есть ли она вообще? А много ли вы зарабатываете как сценарист, как комиксист, как раскадровщик, в принципе, человек в данной профессии? Скажем так, конкретно я зарабатываю довольно мало. Фактически за все время я даже, наверное, 1010 не соберу заработанных. Я это делаю больше именно для удовольствия. С одной стороны, это не приносит никаких доходов, с другой стороны, это все-таки искусство.
Однако, опять же, если ты человек, который готов выполнять чужие заказы, как бы работать по указке издательства, в данный момент у меня есть знакомый, который для одного, скажем так, объединения фильмов рисует будущий комикс. И вот ему за 30 страниц обещали заплатить ни много ни мало 50 тысяч рублей. Для того, чтобы зарабатывать эти самые 30 тысяч, нужно ой как постараться, правда, Лада? Ладно, не будем больше мучить ни Сергея, ни Ладу вопросами и ответами. Давайте перейдем к той самой части встречи, которую особенно ждала Лада. Итак, небольшой, но все-таки мастер-класс от кумира. Любая история, в общем-то, начинается с места действия. Она не важно, какую историю конкретно мы хотим рассказать, но хотелось бы сначала показать читателю, что происходит вокруг. Конечно, если это не особый какой-то прием, в котором ты прям вламываешь читателя в действие. Для таких случаев лучше всего подходят панорамные кадры. То есть, ну, грубо говоря, прямоугольные. Они занимают всю первую полосу комикса, и на них желательно максимально подробно отобразить. В общем, не будем отвлекать наших художников от создания комиксов. Отмечу лишь, что беседовали Сергей и Лада очень долго. Более того, наша Лада успела рассказать и свои идеи, и рисунки показать. Сдружились коллеги. Думаю, продолжат свое общение в социальных сетях или на форумах, как это принято среди комиксистов. Кстати, у меня такое ощущение, что мы сами придумали название для этой профессии. Я думаю, вы понимаете, почему Алексея я оставила на десерт. Помните, в прошлых дневниках он мечтал сместить в свое время начальника ФСБ? Теперь что-то в голове его изменилось, и он решил, что свое лицо не нужно скрывать, а напротив, его нужно демонстрировать, а значит, ему пора на сцену. И так сложилось, что в тот момент в нашем городе гостил московский режиссер Алексей Литвин, автор более 200 песен к спектаклям, режиссер более 50 спектаклей и автор 17 пьес и сценариев, изданных во Франции, переведенных на несколько языков. В настоящий момент Алексей преподает на режиссерском факультете в ГИТИСе, сотрудничает с кинопроектом «Лидерфильм». Скажем прямо, дифирамбы режиссер нашему герою Алексею не пел. Он сразу сказал, что для того, чтобы стать хорошим режиссером или актером, нужно как минимум много читать, учиться, работать над дикцией и даже говором. Просто красивой мордашки, ой, как недостаточно. Честно признаться, в глазах нашего Алексея я прочитала некоторое сомнение. То ли он испугался столь кропотливой работы над собой, или огромного конкурса в ГИТИС, да и в любой другой театральный вуз, или он чувствует, что режиссура – это все-таки не его. О чем говорили Алексей и Алексей? Конечно же, о том, что любая профессия – это колоссальный труд. И неважно, что это – игра на сцене, приготовление блюда, создание молодежного форума или что-то еще. Главное – пробовать. В следующем выпуске наши герои Лада, Алина, Роман и Алексей попробуют прожить один день в профессии своей мечты. Кстати, если вы хотите стать участником реалити-проекта «Президент», просто заходите на наш сайт leaderfilm.rf, заполняйте анкету и ждите моего звонка. На этом все. С вами была Алина Маслова. Буду скучать.